Всем привет, друзья! Вы на канале Розы от Сережи. Сегодня у нас необычный букет. Эсперанс. И также роза New Star называется, кустовая, эвкалиптик. Поэтому рекомендую вам подписаться на канал, поставить лайк, конечно же. Вы нам очень помогаете своими лайками. И подписку оформить. А New Star это эти? Конечно. Ничего себе познания у вас, видишь, познания, что я не помню. Да, я теперь стар. Очень опознанный в этом деле. Так что, друзья, всех приветствую еще раз. Все я вроде бы сказал. А, нет, не все. Еще также можно стать спонсором нашего канала, молодого, динамично развивающегося, и оформить спонсорство в пакете Супербаза, как вы уже знаете. Есть возможность задавать нам вопросы напрямую и общаться, и записывать видео чисто для спонсоров. Все, теперь точно все. Начинаем собирать букет. Вернее, уже начали. И начинаем читать ваши прекрасные комментарии. Я уже без них, если честно, не могу жить. Просыпаюсь с утра и думаю, как бы поскорее уже записать видео и почитать, что же вам тут пишут. Подсел. Итак, Елена Гореликова пишет нам, что это зефирка, а она выбирает зефирку вместо букета с ранункулюсами. Отличный выбор, Елена, спасибо вам. Галина К. Благодарю, спасибо. О, синие гортензии, давно мечтаю, это мой любимый цвет. Лютики сегодня купила, смесь махровые. Гвоздики обожаю, как и вас. Отец Сергей, сестренка младшая Ириша. Какая прелесть. Какая прелесть, Галина. Спасибо вам за ваш комментарий. Это супер. Хидан Виолин пишет, заверните два, пожалуйста. Пожалуйста, Хидан, спасибо вам за комментарий. Мината пишет, желает нам хорошего дня. И также она пишет, что букет шикарен. И Ирина, и вы, Сергей, тоже шикарны. Спасибо. Писенька, ты сегодня бодрая какая-то. Это из-за того, что... У меня клиенты подарили. Сколько вариантов? Пять вариантов. С утра у нас сломался холодильник. Мы приходим, и здесь стоял такой гул, что нам писали соседи, чем вы там ночью занимались. И нам пришлось его отключить. Теперь мы ждем ремонтника, поэтому распродаем цветочки. Расскажи, такой гул, как будто самолет сейчас будет подниматься. Да, как будто самолет поднимается. Ира очень испугалась. Начала плакать, биться в истерике. Но я ее быстро успокоил. Так, дальше. Имена-то еще нам пишут. Каждый раз восхищаюсь вашими букетами. И этот не исключение. Шикарный букет с гортензией. Жду с нетерпением ваших видео. Вы такие позитивные. И так приятно получить с утра, а потом и в течение дня цветочный заряд бодрости. Всегда поднимается настроение от ваших комментариев и вашего юмора, Сергей. От красоты, которую творит Ирина. Спасибо вам. Знаешь, не так кайфую от твоих лайков, Серж, тебе пишут, как от таких сообщений, когда людям нравится просто вот, что мы поднимаем настроение, точнее ты. Да, это очень, очень приятно, что мы кого-то, может, взбадриваем, поднимаем настроение, вдохновляем. Вы не поверите, на самом деле это важнее всего. Если кому-то это помогает получить заряд энергии, бодрости и позитива, это дорогого стоит, друзья. Поэтому очень любим вас и ценим. Спасибо, Мината. Хорошего дня. Анастасия Енелина пишет, весенний экстаз. Спасибо, Анастасия. Светлана Григорьева выбирает раники. Хидан Виолин также пишет, волшебной красоты розы, букет, конфетка просто. Спасибо, Хидан. Марина Бакарева. Эсперанса очень хорошо и долго стоит. Кстати, Марина, во-первых, спасибо вам за комментарий. А во-вторых, эсперанс, как вы можете заметить, сейчас в этом букете. Но, Ирина Федоровна, другого мнения о ней или нет? Или я не прав? Ты знаешь, у меня не очень хорошо опыт с эсперанса. Может, тоже зависит от плантации. Она приехала, видишь, она такая
как подраспущенная. Я понимаю, что она такая должна и быть, но клиенту сложно объяснить, что это свежая, она такая должна и быть. Потому что у них сразу ощущение того, как будто роза достаточно подраспущенная, и у них складывается впечатление, как будто их обманывают. Поэтому вот так. В общем, мнения разошлись. Спасибо, Марина. Ольга Мироненко. Великолепные розы, шикарный букет. Спасибо, Ольга, огромное. Ирина Дроздова пишет, нельзя уродовать цветы. Соглашусь, Ирина, нельзя уродовать, не уродуйте. А? Кто уродовал? Возможно, она думает, что я это сделал, но я не считаю так. А что ты делал? Красил тюльпашки. Так, Марина Бакарева. Там одной бумаги на 100 рублей. Марина, посмотрите курс. Так. Оля пишет, коробки у вас маловато для таких цветов. Очень много, надо большие. Так и хотелось, только розовые цветы и розы. Кстати, что, коробки? Коробка. Вот последний букет мы делали. Угу. Этот, который. И уже это не первый клиент, ой, не клиент, а подписчик, который говорит, что оазиса там мало для такого количества цветов. Что быстро подвянут? Не знаю. И если брать, допустим, побольше коробку, то он все равно так смотреться не будет. Ну да. Смотреться он так не будет. Когда надо будет еще больше цветов, а у меня, я даже когда делала, у меня не было такого ощущения, что прям там выпирает и некуда ставить цветы, потому что цветы очень высоко располагаются. Угу. Ну, как бы не было такого, ну, даже если брать коробку, тогда еще дороже будет, если побольше, потому что тогда цветов надо будет побольше. А по поводу оазиса, я видела, как некоторые делают прям, вот если коробку брать, да, угу, и в два слоя оазис, то есть не один оазис, вот может все-таки попробовать вот так вот на такие букеты делать в два слоя, то есть одну губку, либо сколько там, наполовину, и вот два слоя делать. Понятно. Да, давай попробуем. В следующий раз. Так будет больше водички. И также Ольга пишет, что надо поставить камеру, чтобы она не спешила, а делала в удовольствие. Мне очень нравится смотреть, и она желает терпения Сереженьке. Спасибо, Ольга. Да, терпение мне. Ольга Мироненко. Очень нежный букет, упаковочная соответствует. Благородная. Спасибо, Ольга. Ирина Луговая голосует за раники. Спасибо, Ирина. Дрода пишет, что все классные розы, красивее один от одного супер лайк. Огромные мои приветы из Махачкалы. Дрода, привет в Махачкалу. Хорошего вам денечка, погоды и настроения. Анна Смит пишет, эустома красивейший цветок и стоит в вазе около 20 дней. На что Мария Бакарева пишет ей, что это не эустома. Да, кстати, это не эустома, это ранункулус. Ну, ничего страшного, ошиблись немножко. Нет, там, может, мы добавляли в раник ранункулус и еще эустому. Нет, вряд ли. Были букеты с эустомой. Были. Посмотри, пожалуйста. По-моему, последним там даже эустома была. Да нет, я же вижу какое-то видео, там не было эустомы. Так, Рената также пишет, как всегда, Сергей, ставите перед сложным выбором, но как выбрать из двух красивейших букетов? Но придется, я за букет с раниками. Спасибо, Рената. Лера пишет, Христос воскрес, счастья, здоровья и бомбезных клиентов. Спасибо, Лера. Так много поздравлений с Пасхой. Очень приятно их читать тоже. Линда Алканелли. Воистину воскрес, да. О, этот пыльно-сиреневый цвет пленки. Так сдержанно и элегантно, как мне нравится ваше черничное настроение. Спасибо, Линда, огромное вам за то, что вы с нами смотрите. Кстати, этот хит дня букет, он набрал очень хорошие просмотры. Это говорит о чем? О том, что народу нравится смотреть на лаванду. Лавандовый цвет, как-то он привлекает внимание. Да. Он такой... Ну все, кисонька, теперь будем каждый день делать букеты с лавандовым настроением. Нет, это больше говорит о том, что лавандовый цвет больше надо заказывать, правда? Да, Екатерина Климова пишет, очень красиво и нежно, спасибо, Екатерина. Анастасия Баишева, красота, спасибо, Анастасия. Ольга Иванкина голосует за розовый, но говорит, что оба букеты шикарные. Благодарю вас, Ольга. Ольга Иванкина
также писала нам, что она за розовый. Да, это один и тот же комментарий. А у нас тем временем готов красавчик. Как тебе, кисонька? Ну, хорошенький. А вам как, друзья? Сбросить клиенту. Все, мы будем сбрасывать клиенту. Ты так быстро сработала, что я не дочитал все комментарии. Но это и хорошо. Это, значит, будет повод встретиться с вами еще. Друзья, а вы знаете уже, что я люблю это делать. Так что до встречи. Хорошего вам денечка. Всего доброго. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока. Кисонька. Пока. Пока. Давай. Давай быстрее.